привет. Я даже видео, Феликс, сделаю по этому поводу. У нас на улице жарко. Я хотела кое-что. Всем привет, американской жизнерской жены. Огородная тема. Я просто короткое видео про огород. Заготовки на зиму. Вам покажу, что мы заготавливаем на зиму. А вот наш... наша мусорная... Как назвать? Наши ребята приехали забрать наш мусор. Вот. Один раз в неделю у нас приезжает. Приезжают добрые люди. Чистят нас. Забирают наш мусор. Так. Плохо видно открыть. Солнца много. Здесь солнечно, с утра солнечная сторона. Так, вот он наш ящичек. Сегодня заберут. Кстати, ребята, у нас интересная новость. Я удивлена. Ничего не могу сказать. Наши соседи. Вот, ребята. Вот этот дом желтенький. Вот здесь вот риэлторы живут. А вот следующий... Афроамериканцы здесь живут. Очень тихо жили. Год. Продают дом. Ну, мы всегда с ними здоровались, приветливые. Короче, у нас здесь что-то этот... Перемена. Мы с Феликсом удивлены. Переезжает. Хотя, в принципе, район, где мы живем... Они единственные у нас афроамериканцы. Муж из-за этого, кто его знает. Ну, в принципе, здесь вообще народ хороший. У нас район очень хороший, очень дружный. Ну, не то, что дружный, мы все очень уважительны. Никаких никогда таких проблем не возникает. Очень чистенькие, опрятненькие, красиво. У нас здесь очень интересно. Мне нравится спокойное место. Я слышу, она едет. Время 9 часов. Почти 9 утра. Иногда она в 8 утра приезжает, иногда в 9. Иногда может вообще не приехать. У нас компания, которая забирает мусор, очень такие, знаете, мне очень понравились. У нас какое-то время назад, вот они вот так вот забирали мусор и сломали крышку. И они через месяц, они нам новую крышку привезли. Все без контакта. У нас на улице жара. Я готовлю суп в инстапате. Вот. А Феликс сегодня собрал урожай. И он воодушевился и пошел поливать. Так приятно вообще, такой молодец. Я говорю, не поливай, пусть ним ветер такой. Я говорю, не поливай, жарко на улице, пусть солнце немножко сядет. Он говорит, нет, так будет полезней. Он так радуется вообще, что у нас в этом году урожайный этот. А у нас еще лимончики пошли. И там, я не знаю, как они будут, но лимончики маленькие, зелененькие есть, посмотрим. И он весь такой воодушевленный, смотри, поливает. О-о-о! Одновременно работает, телефон у него всегда с собой. Вот. А сегодня он еще вот это все за один раз. И то осталось там 4 розовых, ну, до краснения. Позавчера мы тоже 17 собрали. А с огурцами проблема. Меньше. И вот сегодня мы делали дегустацию. 2 разных сорта. Я попробовала, говорю, вот это другой мясистый сорт. Этот он оставил свой кусочек. Я говорю, посмотри, какой тебе больше нравится, чтобы на следующий год семена сохранить. А он такой попробовал. Знаешь, я вот так попробовал, да, и я думаю, что они одинаковые. Я так долго смеялась. Я говорю, нет, они не одинаковые. Нет, говорит, по вкусу они одинаковые.
Вот. One week later. С Феликсом. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Времени надо. Вот у меня уже в кипятке 2 минуты, потом я их откидываю на дуршлаг. Очищаю от кожуры, от кожицы. От кожицы разрезаю, отправляю в блендер, потом заполняю вот такие пакетики и отправляю в морозилку. Вся моя заготовка. Вот, ребят, смотрите, вот у меня сколько осталось, и здесь у меня еще зелененькие, поэтому я тоже не стала. Они уже... У нас просто один куст упал, поэтому там зеленые собрали. Вот. Я сделала 3 просто, перемолола полностью в блендере. А сделала еще кубиками. Я еще кубиками делаю. Кусочками, так, знаете, на борщ отлично. Вот сколько получилось, это уже сколько порций. У-у-у-у. Классно. Новости смотрю. Знаете, здесь в Америке заготовки почти не готовят. Мы первый год, да, Феликс, с тобой мы пытались... Не, мы сделали, у нас было салса. Мы сделали салсу,
Вот Ирина у меня рецепт один раз брала, второй раз попросила, я найти не могу, Ирина. Я еще ищу. Где-то вот он лежит, я не могу его найти, тебе дам. Вот, тоже один год только готовили. Все, вот за 4 года единственное, что мы готовим, это свежие помидоры через блендер или кубиками и замораживаем. А все остальное можно купить в магазине. Поэтому надобности нет. У нас здесь и итальянский магазин, и польский, и русский, и югославский мы еще нашли в Линкольне. Вот, поэтому все наши продукты, все есть. Время терять не надо. Ладно, с вами была Татьяна. Вот наш огород. И мы счастливы.